Финансовая грамотность – это достаточный уровень знаний и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Так, 7 ноября в Институте управления экономики и финансов стартовал проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Всего в пилотной версии приняли участие 25 педагогов обществознания различных казанских школ, которые уже в будущем научат школьников правильно распоряжаться деньгами. Примерно 1/3 в прошлом предмета обществознания сейчас будет посвящена именно вопросу разумного обращения с личными финансами, умению выстроить свою жизнь в обществе таким образом, чтобы быть финансово независимым и иметь всегда подушку безопасности финансовую, да, чтобы не брать необоснованные кредиты, чтобы соизмерять свои запросы со своей зарплатой и так далее, и так далее. Финграмотность для школьников рассчитана на блок знаний в разрезе предметов обществознания и специализированных предметов «Право» и «Экономика». Вот этот проект уникальный еще в чем? То, что мы даем знания вам, да, делимся всем опытом, всем знаниями вами, вы делитесь с нашими детишками, а дети, соответственно, дальше передают этот опыт родителям. И вот этот практико-ориентированный подход, соответственно, позволит нам охватить большое количество населения. Личные расходы детей растут пропорционально возрасту. Часто слышатся жалобы старшего поколения. Дети не умеют сопоставлять свои возможности и траты. Состоятельные родители порой готовы удовлетворять любой каприз детей. Но не знающий ни в чем отказа ребенок может вырасти в безответственного транжиру. Поэтому программа «Финграмотность» дает возможность выработать у детей это столь нужное качество. Диана Шилова, Руслан Уразаев, Универньюз.